И четвертый персонаж. Вот он у нас тоже представлен таким большим количеством книг. В основном это книги из серии «Книг на все времена». Вот. И здесь у нас есть произведение, которое называется «Колыбель для кошки». Дай вам Бог здоровья, мистер Розаутер, и «Не мечите бисера перед свиньями». Два романа, изданных издательством «Акт», вот в этой серии в 2008 году. «Мать тьма» тоже, эта же серия, тоже издательство «Акт», 10-й год. «Механическое пианино», романы. Роман «Механическое пианино», 2009 год. «Фокус-покус», роман 2010 года. «Синяя борода», роман 2010 года. «Сирены Титана», а также «Завтрак для чемпионов» или «Прощай, черный понедельник», 2008 год. «Рецидивист», роман 2010 года. «Бойня номер 6» или «Крестовый поход детей», «Балаган» или «Конец одиночеству», 2008 год. «Галапагосы», роман 2010 года. «Малый непромах», роман 2011 года. И два сборника рассказов: «Табакерка из Багомба». Это 2011 год. «И сейчас вылетит птичка», рассказы, 2011 год. Ну и также есть вот такая вот книжечка у нас здесь. «Мастера современной прозы. Время трясения». Роман биографического толка, изданный тем же издательством в 2003 году. По существу здесь, конечно, представлены, так сказать, большая часть литературного наследия Курта Вонегута, которого сами американцы справедливо называют великим американским писателем, и жизнь которого также длится на протяжении очень длительного периода. И вот продолжительная его творческая, конечно, биография тоже охватила практически и первую, и вторую половину 20 века и некоторую часть века 21. Если говорить о творческой биографии Курта Вонегута, то мы, конечно, должны сказать о том, что значительная часть его жизни проходит в абсолютно трагические, опять-таки, события Великой Отечественной нашей, или первой, или, вернее, Второй мировой войны. И активным участником, который Курт Вонегут является, и будучи по происхождению из немецких эмигрантов, проживающих в Америке, он попадает в действующую армию, в самый круг, так сказать, активных событий, и попадает в плен. И есть период его нахождения в плену, в концентрационном лагере по существу. Есть период его освобождения при участии Красной армии. И есть его период послевоенного творчества, который, конечно, не мог не быть замеченным в Советском Союзе, поскольку направленность многих произведений именно того военного и послевоенного периода носила очень ярко выраженный антивоенный, антимилитаристский характер.
Поэтому Курт Ваннегут издавался в Советском Союзе очень широко. Было издано даже пятитомное собрание сочинений Ваннегута. И, конечно, и после того, как Советский Союз канул в лету, было издано, вот в частности, вот уже в период 2000-х годов, большая часть его произведений, которые в том числе и не издавались в Советском Союзе в тот период. И мы можем сейчас иметь достаточно полное представление о творчестве этого удивительного писателя. О разнообразии жанров, которые увлекали Курта Ваннегута, можно тоже говорить много. И, наверное, можно видеть, что этот действительно великий писатель 20 века совершенно неисчерпаем на талантливые отображения самых различных историй, порою вымышленных историй. Более того, Курт Ваннегут считается одним из, в том числе, писателей-фантастов американских, причем крупнейших американских фантастов. Вот его, в частности, произведение из тех, которые мы здесь упоминали. Вот «Колыбель для кошки» и, конечно, «Сирены Титана» – это, в общем-то, ярко выраженные примеры фантастических произведений. Антимилитаристских, но фантастических. И в них представлен совершенно удивительный Курт Ваннегут. Он не только там фантаст, но он и блестящий выдумщик, он и сатирик, он и абсурдист порой, очень такой совершенно, он изобретатель совершенно новых миров, например, новой религии, совершенно нетрадиционной религии, пофигизма, вот, в определенной степени. И то, что мы можем найти вот в этих произведениях Курта Ваннегута, может нас только удивлять, удивлять и удивлять. То есть мы в каждом из перечисленных романов можем найти для себя совершенно неожиданного, совершенно не похожего на предыдущего Курта Ваннегута. Поэтому мы, конечно, рекомендуем очень горячо обратиться к творчеству этого писателя и, конечно, всех тех его предшественников, о которых мы сегодня говорили, и современниках, это и Гори Видали, и Ивлениво, и Элами Вудхаусе. Пропустить этих четырех титанов англоязычной литературы 20 века, фамилия которых тоже начинается на букву «В», просто непростительно. И несколько слов о других изданиях, которые связаны с буквой «В». Ну, прежде всего, у нас тут есть такие два сборника. Они, конечно, к букве «В» имеют несколько опосредованное отношение. Просто они называются «В Америке все возможно. Антология американского юмора». И в Англии все наоборот, антология английского юмора, да? Афоризмы, эссе, рассказы, пародии. Издательство BSG Press, Москва, 2007 и 2008 год, соответственно. Ну, буква «В» здесь присутствует в названии, а то, что сюда входит, это практически вся литературная история, весь литературный бомонд 19, 20 и 21 части века, но в большей степени 20-го, в английской и в американской литературе все то, что относится к юмору. Ну, вы можете только представить себе весь тот великий набор писателей, который сюда
вошел в это издание. Мы не будем на нем в этом смысле останавливаться, потому что мы о многих из этих авторов или уже говорили, или будем говорить. А еще мы поговорим о двух писателях, совершенно выпадающих из контекста того, о чем мы говорили сегодня и до недавнего времени. Это вот такая писательница Джин Вебстер, которая оставила нам только одно произведение. Ну, почему это произошло? Потому что это, несмотря на то, что родившаяся в конце 19 века женщина, молодая женщина, представительница движения суфражисток, активно боровшаяся за женские права в Соединенных Штатах Америки, вместе с тем наделенная не только журналистским, но и литературным, безусловно, талантом, выйдя замуж в достаточно раннем возрасте, умерла при родах. То есть она оставила своему мужу дочь и, к сожалению, скончалась. И вот, так скажем, в ее наследии творческом всего одна книжка «Длинноногий папочка». Эта книжка написана автором, издана на издательством «Издательский дом Довгань» в 98 году, в 1998 году. Это, по мнению самой писательницы, детское произведение. По моему глубокому убеждению, это, конечно, произведение для взрослых. Это, на самом деле, очень трагичная история ребенка, девочки, которая, увы, лишена родителей, и она своему опекуну, которого она и называет длинноногий папочка, пишет письма о своей жизни из того заведения социального презрения, в котором она находится, о своем окружении, о своих ровесниках, о своих надеждах, о всем том радостном и трагичном и тревожном, что есть в ее жизни. И вот сборник этих писем вымышленного персонажа к вымышленному персонажу и есть по существу содержание этого совершенно интересного литературного объекта. Я думаю, что это можно читать детям, ну, в той же степени, как, наверное, то, что мы читаем из английской или американской, в большей степени из английской, конечно, детской классики. Беннет, некоторые другие авторы, которые обращались к этой теме, к теме несчастной судьбы маленьких детей, которые, так сказать, лишены родителей. Многократно, так сказать, тема сиротства, она поднималась в этой литературе. И я думаю, что вот это произведение, оно достойное произведение в этом ряду. И, конечно, как и произведение других авторов, оно не только для детей. Оно, скорее, скажем так, было, может быть, в большей степени приемлемо для детского воспитания в 19 веке, но в малой степени, возможно, затронет душу современного ребенка. Поэтому его можно рекомендовать к чтению для детей, может быть, даже старшего возраста, либо для взрослых все-таки. И другой писатель, который, ну, никоим образом не может быть поставлен
в какое-либо сравнение, сопоставление с только что упомянутой, или, может быть, с другими авторами, о которых мы говорили, но абсолютно с уникальным взглядом, альтернативным взглядом на литературу, на современность. Современный британский писатель, который у нас известен единственным переведенным на русский язык произведением на сегодняшний день в серии «Альтернатива», «Акт», «Москва», «Хранитель», 2006 год. Называется он «Хуже некуда», и писатель Джеймс Ваддингтон. Значит, ну, для того, чтобы понять, о чем этот писатель и драматург, авангардист, пишет, вот достаточно прочитать, наверное, аннотацию. «Безбожная и безбашенная смесь романа исповеди, спортивного детектива, иронического сюра и постмодернистских вариаций на тему Илиады. Расширение сознания нестандартными методами, просветление без отрыва от кручения педалей, сложная система отношений Ахилла и Патрокла нашего времени, биотехнологии, достойные Рибофанка, полет воображения, достойный Гинзберга и Бероуза, сюжет, с которым можно сказать лишь одно – это неописуемо». Ну, на самом деле, о чем это, этот роман? Это роман о велосипедистах. Ну, не простых, конечно, велосипедистах, участниках гонки Tour de France, крупнейших, известнейших спортсменах, известнейших, естественно, в этом вымышленном мире этого произведения, один из которых является неким подобием Ахилла, и у него имя Ахилл, кстати. Вот, другой является прообразом Патрокла. И, соответственно, их удивительнейшая, фантасмагоричная совершенно спортивная биография, биография, связанная с их окружением, с постоянным подготовкой и осуществлением спортивных вот этих вот мероприятий, этих гонок, которые накладываются на их личную жизнь как совершенно тяжелое бремя, ну, как это, в общем-то, и всегда бывает в напряженной профессиональной атмосфере. И, как справедливо здесь, наверное, замечен, сюр здесь присутствует на 100%. Собственно, на этом мы можем закончить наш обзор англоязычных авторов, которые присутствуют в этой библиотеке, и фамилия которых начинается на букву «В». В следующем нашем сюжете мы обратимся к творчеству французских писателей, фамилия которых тоже начинается на букву «В».